Доброе утро. Сегодня у нас 22 мая. Иду в храм. Сегодня день Николая Чудотворца. Идет дождик. Святитель Николай очень почитаемый святой, не только у нас. Не зря его зовут Чудотворец. Сколько он чудесных дел сделал. Помогал людям и путешественникам. Все ему молятся, и когда болеют, и когда заблудились. Во всех случаях, в трудностях каких-то в жизни он всегда помогает. И много называют в честь Николая. Имен всех Николаев сегодня с Днем Ангела. Святитель Отче Николы, моли Бога о нас. Пойдем помолимся Ему. Христос воскресе, воистину воскресе. Красота Божия кругом. Дождик все поливает. В природе дождик нужен. Все цветочки нужно полить. Всю травку. Господи, всех с праздником Николая Чудотворца. И лужицы уже. Пузыри. Thank you.
каштаны хорошо цветут сейчас. Они тоже хотят попить. Господь их поливает. Посылает дождь. Прудик наполняется. Сирень. Прудика красиво цветет. Чаечка летает. Какое-то спокойствие несет такой дождик. Все умывает. Такая сирень. Красивые. Прочитаю свое стихотворение. Ты видишь грустную сирень, она и в грусти так красиво. Ее ласкает светлый день, она же дождик ждет плаксивый, томленье полон синий взгляд, и ждет прохладной темной ночи, и растворяет аромат волнами нежности пахучей. Красота. А с дождиком она еще красивее, с капельками. У елочек какие уже лапки выросли. Тоже помоются сейчас, омоются. Сильный дождик у нас. Дождь закончился. Мы снова пришли сюда к прудику. К этой сирени. Здесь еще капельки дождя остались на ней. Внучкой на прогулку вышли. Здесь
здесь и голуби, и уточки. Сейчас всех покормим. Ой, чаечки тоже хочет. Там еще две уточки, посмотри, вон там сидят. Ну ладно, они не хотят, чтобы их беспокоили. Чаечка летает, наверное, тоже хочет хлебушку, что ли. Бруси тоже хлебушек. Клюнул. Ой, сколько чаек-то, их не одна. Несколько. Девочка. Ой, сколько много их здесь. Чайки раскричались. Вот эти незабудочки мне так нравятся. Они незабудки, Виолетта называется. Виолетта или нет? Сатулечки. Мальчик,
начинать. Спектакль в разное время. Там есть 12, 2 часа. Скворец. Ой, что ты? Что ты кричишь? Такой маленький. Кого-то копает там червячка. Караул, кричит скворец. Я почти что молодец. Я нашел здесь червячка. И покушаю. Пока. И улетел. Лизобудочки мои красавицы. Сидят на скамеечке, отдыхают деда с внучкой. На прудик хорошо смотреть. Утром такой дождь сильный, а сейчас очень хорошо стало. Солнышко выглянуло. Прекрасно. Мы взяли по мороженке и идем в парк, прогуляемся по парку. О, Гулька прилетела, тоже мороженку хочет. Пойдем туда, сюда. Ну, лапки у нее, да? Сирень идет. Скамеечки хорошие, можно посидеть. Шли в парк. Эти на глазки красивые посадили еще. Веселенькие такие хорошие. Солнышко выглянуло. Сразу так прямо даже жарко стало. Сейчас мы на качелях покачаемся. Вместе с внучкой. Птички поют. Качаемся. Покачаемся немножко. И пойдем своей дорожкой, да? Пойдем заниматься чем-нибудь, творчеством каким-нибудь опять. Что-нибудь придумаем, да? Качаемся. Сирень цветет. Хорошо очень. Красиво здесь. Ой, какие веточки. Смотри.
Смотри, красивые какие. Пойдем. Там еще кустики сирени красивые. Уже красиво. Ох, мальчик туда заехал. Здесь одуванчики. Вот и сирень зацвела здесь. Красавица. Кустики все зацвели. Какие грозди красивые. Красота. Даже до земли. Ох, какие. Сирень красивая тут зацвела. Еще не один раз мы придем сюда, чтобы любоваться этой сиренью. Пришли домой, нагулялись в парке. Сегодня с утра дождик, сейчас солнышко, так тепло, хорошо стало. Сегодня день святителя Николая. В каждом доме есть иконы, и не одна святитель Николая. Вот у нас здесь на кухне такая вот икона самодельная, но она намоленная, поэтому мы ее оставили, и она нам, святитель нам помогает во всех делах. И будем обращаться всегда к святителю Николаю, он всегда нам поможет. Святитель Отче Николы, моли Бога о нас. Господи помилуй. Спаси, Господи, всех.